Союз боевой собаки и человека. Сегодня в стране отмечается День кинолога. В Архангельске Центр кинологической службы работает уже 18 лет. В штате 27 сотрудников полиции и около 60 служебно-розыскных собак. И это не считая щенков, которые еще только начинают обучение. Честер! Честер! Давай, 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 беги, 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 беги сюда. Честер! О, здрасте, скажи. У каждой собаки свой профиль и даже спецформа. Кто-то ведет поиск взрывчатки или оружия, другие ищут наркотики, несут службу в патрулях и конвоях. Четвероногие также участвуют в спецоперациях и командировках в горячие точки. Да и курьезных случаев в копилке немало. Запоминающийся был, ездили на профилактические мероприятия в техникум, не буду называть. Значит, стали ребятам проводить... рассказывать о вреде наркотических средств, психотропных веществ. Ну и после такой беседы мы показываем, как собака осуществляет поиск и тому подобное. Значит, при очередном таком пуске собаки, собака остановилась напротив одного из учащихся, у которого висела куртка на стульчике. Молодого человека достали из как раз внутреннего кармана куртки паспорт, в котором в обложке были спрятаны курительные смеси. Только с начала года полицейские кинологи совершили почти 800 выездов. Братья наши меньшие помогли раскрыть 76 преступлений. Служба службой, а дружба не по расписанию. Питомцы любят играть со своими наставниками и с интересом познают все новое.